Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о силиконовых виброхвостах от компании Balzer. Моделька называется Shirasu или Shirasu. Данные виброхвостики поставляются в довольно-таки простой упаковочке. Длина данного виброхвоста составляет 7 см. В упаковочке их находится 5 штук и расцветочка сабуров в данном случае. Интересная окраска. Внутри упаковки данного виброхвостика находится в таком вот пластиковом формовочном контейнере. Под каждую приманку отлита, скажем так, формочка. Сам виброхвостик сделан очень и очень качественно. Все довольно-таки ровно. Силикон, качество материала довольно-таки отличное. Очень эластичный виброхвост. Форма изготовления тела, ну, в принципе, довольно-таки классическая. Червеобразное фатовое тело, немножко толстоватое, покрытое ребрышками, скажем так, по периметру. В верхней части спинки имеется, ну, к сожалению, неглубокое отверстие под посадку, маскировку жала офсетного крючка. Вот единственный нюанс, можно было чуть-чуть поглубже сделать, на мой взгляд. Но это мои личные, скажем, предпочтения. Затем все переходит в хвостовую часть. И в хвостовой части расположена пяточка, абсолютно не мясистая, плоская такая пятка, круглой формы. Данные виброхвостики отлично работают на различных вариантах оснащения, то бишь будь то отводной поводок, на джиковые проводки, на равномерной проводке. Оснащать их стоит, на мой взгляд, одна из лучших оснасток – это офсетный крючок с шарнирно закрепленным грузиком, либо офсетный крючок на том же отводном поводке, соответственно, напрямую привязывается непосредственно к флюорокарбоновому поводку. Либо джиголовка с жестко впаянным в нее крючком. Также, в принципе, можно, конечно, использовать и одинарник с шарнирным грузиком, либо на отводном. Ну, на мой взгляд, одни из лучших – это джиголовка и офсетный крючочек. На отводном поводке данный виброхвост должен показывать отличные результаты. На равномерке по активному хищнику тоже можно вполне его применять. Ну и один из таких монтажей, как офсетный крючок шарнирно закрепленным грузиком в виде чебурашечки, тоже классно работать будет на джиговой проводке. Данная приманка в этой размерности универсальная, на нее будет ловиться как окунь, так и щука. На реке возможно и поимка более какого-то другого хищника. На прудах, скажем, озерах, ну, хищник номер один это будет щука, конечно же, и окунь. Приманка очень и очень достойно выполнена, стоит довольно-таки демократично. Могу порекомендовать данную приманочку к приобретению. Она съедобная. Данная приманочка, если не ошибаюсь, вот кристаллы соли в ней даже есть. Очень и очень достойная приманочка. Всем спасибо за просмотр. До свидания.